пришел. Тихо. А кто там ходит? Где? Слушай, реально чьи-то следы. В смысле? Ну где следы? Да открывай давай. Вон. Иди. Иди. Ну чё, не видишь большую коробку? Ну что, бери. Внученька, а как мы перли? Внученька, Антоша. А следы замело, Андрюх. Нет, видно, что я реально нет. Деда Мороза. Как я его возьму? Внученька. Внучок. Внучек. Ну что? Какая огромная. Ну что тут? Давай-ка. Дайте папе. Давай, открывай. Дед Мороз, что ли, был? Да. Это потому что... Ох ты ж. Супер. Это потому что сказку повесили. Это как, знаешь, это в аэропорту. Огоньки, да? Где приземляться? Вот. Ну как? Супер. Доча, ничего, что это папин подарок? Отойди. Что папа первый должен был испытать тром. Ну как? Супер. Вот теперь можно отдыхать. Поп. А? Да. Нравится? Да. Супер. Но мы не дождались самого Нового года. Почему? Потому что вдруг, не дай бог, они бы какие-нибудь это были бы. Да. Проверь. Не это. Нет. Вот. Ой, какие замечательные 12. Ну, короче, у меня тут кончилась память. Пришлось это что-то удалять. Муж говорит, отличные. Нагрузка 150 килограмм. Да. Выдерживают. Были и дешевле, но эти вот, нет, мне кажется, хорошие. Хорошие. Хотела ему персонально купить кресло, как барину, но решила все-таки 4 стульчика. Не то, что те, которые у нас там стоят. Да, да, ну, конечно, мы заменим. В общем, довольны. А это уже папа конфетки принес. Ой, ты уже убрал? Да. Масло взяли сливочное со сметаной. Вкусное, когда люди у нас едут туда. Ну, достань маслице сейчас. Вот такое масло берем. Молоко Дона, Ростовская область. Вот. Станица Амблевская. Вот. Отличное, нам очень нравится. Также там взяли сейчас сметанку и сырок. Ну, и тут папа как раз. А конфеты. Хватит. Так, сначала покушать, потом конфеты. Как папа сказал, 12 стульев. Ну, доволен муж. Слава Богу. Говорю, самой хоть надо попробовать посидеть, как тут. Ну, ничего. Да не-не, они хорошо продуманные. Удобненькие. Холёсенькие. Не ожидал. Ну, говорю, я бы подарила бы прям под елочку. Ну, ну, а вдруг, то, что видела, редко там, но были брак какой-то поломанный, что-то. Думаю, ну, вдруг, или еще чего-то там не будет. Ну, ничего страшного. Так, теперь мандарин мы едим, да? А картошку с грибами? Грибы ноу, картошка. Вик, мы же договорились. О, Андрюшка постарался, моему внучеку Антошке написал, следы сделал. Это Дед Мороз. А да. Андрюша. Дай мне. Жадина. Так, у нас пришла посылочка. Это робот-пылесос. Это нам бонус такой к Новому году. Помощник мне. В подарок, да? Но это не твой подарок, твой еще едет. Это даже не мой подарок? Нет. Я думал, мой. Ну, твой едет. Никак не доедет. Едет, не доедет? Да. Ну, давай. Быстрее чуть-чуть. Подожди. Что так медленно? Это что?
Не знаю. А что, он белый? Белый. А что, не было черного? Нет. Он же засрется уже. Придержи. Да что такое? Не, давай вот это сначала выкинь. Ну так и надо было сразу. Ну что, дальше сам соберешь? Ну, вроде. Вот это он рычит тут. Налил воды? На воду наливает. А, сам? Ну, в смысле сам? Сам. Ну, ты же бачок сам налил. Бачок, да. Ой. Ой, какой ты. Рыкает. По-китайски, правда, разговаривает. Ужас. Еще не хватало. Мы тут уже испугались, куда полез. А что он туда полез? Ну, как мы? А что он туда? А как? Он же должен все помыть. А там стул? Ну, стул на... он объедет. А, я на нем сижу. Как крикнем, как поехал. Жуть. Что он делает? Моет. О, потеряла. Что? Как поедет, как я крикну? Ну, бедный, ни пуха, ни пера в этом ужасном деле. Ну да, мы сейчас тоже как те чукчи. Ой, проверяет. Ну иди туда, иди. Не хочу, говорит, туда. Где она? Препятствие, тапок, все, объехал. Тапок, не тапок. Как эти? Отходи, а то у него лидар же сбиваться начинает. Он думает, что мы это тоже предметы. Да? Ну, конечно. Он же откуда знает, что ты стоишь. А что он? Должен со мной на «вы» разговаривать. Ой, как те обезьяне. Смотрим, так интересно. Что-то тут ездит. Я не объезжает мой горшок. Мы же тут препятствия понаставили что-то. Прям как я. Глянь, в листик тыкнулся и не поехал. Видел? Да. Обалдеть. Ну, такая игруха. Сейчас еще Дженни с улицы придет. Обалдеть вообще. А его палочку он будет объезжать? Будет. Будет? Анатолий. А там дырка, а он не упадет? Нет. Точно? Точно. Не свалится? Не свалится. Он у него есть. А если... Измеритель высоты у него есть. Ой. Нет. Блин, страшно. Столько денег сейчас и упадет. Вот туда? Нет? Точно? Нет, точно. Ой, бедный, он хочет туда такая. Ай, блин, наш сердце щемляет. Коль. Ну, со мной у меня работает. Какой ты маленький. А? Вот прикольный, на китайском говорит, правда. Ну, это может на английском переделать. На чик. Все препятствия обошел. Обалдеть. Да ты ж такой хороший. Вообще, одни препятствия. Что вы тут понатыкали всего? Мисок всяких. Влажный след оставляет. Крутится там. Викусь, ты тут что? Вик, ты ему мешаешь. Я хочу, чтобы он у меня... Прикол, конечно. Ой, блин. Как с темного века. Поехал. Ой, давай, а то мы туда не так часто заезжаем. Аж заскрипел. О! Слышишь, он в шаке. Он толкает мою лампу. Говорит, что ты тут ее поставил? Да, толкает. Там, там что узенькое. Что ты, говорит, поставила тут свою лампу? Кстати, да, у меня лампа еще появилась. Видали? Вот единственный помощник, который моет пол. За шторами надо шторы тоже. За шторами он не будет. Да вижу ж уже, поняла. Есть те, которые залазят за шторы, а есть, которые нет. Дружище, ты куда? А? Ты уже все намылся. А? Ты куда? Ты мне помахать? А? Вика уже тут присоседила. Забыла, как его зовут. Шуша. Шуша сейчас свалится. Все, он шо, все? Все, сейчас это. Или по подзаряжанке, или по тряпке мыть. Пердит. По тряпке. И что, потом опять поедем? Да. Ну, круто, что. Сейчас пока насмотримся, набалуемся. Прям как игрушка. Да, доча?
Как шипит. Как Женя. Женя в шоке был. Давно не виделась. Тобой, папа. Пришла с Гулик. Тебе подарок. Видишь? Мне не нужен такой подарок. На Новый год-то. Причешись, что там у тебя, я не помню. Шапочка была. Да. Очень. Зеня. А то, а ты ж я снимаю. А, ничего. Соль. Ням-ням-ням. Ой, так не видно было, как ты положил, и пока не говоришь, можно. Она не ест. Всем здравствуйте, дамы и господа. И? Просто поздоровался. А? Жду, пока вот это вот чудо у нас поедет. Будет реакция, нет? Отойди. Андрюш, померь давление. Ну, померь давление, увидишь, если он пока там начнет. А Васька слушает доезд, да? Ноль, по-моему, эмоций. Никакой аппетит не испортит, ничто и никто. Там мокро, что ли, она мокрая все? Да. Кто там? Кто там? Пушек. Дёрнулась, ты не успел. Вот, это все из-за тебя, папа. Нет, что-то пока никак. Ну, я думала, будет реакция. Женя! Кто это? Кто это? Вот это кто это? Кто это? А? Чё? Это интересно. Женя, кто это? Кто это? Не особо.